главный пульт управления тепловой электростанции. Здесь тысячи различных приборов, указателей, индикаторов. В считанные секунды нужно успеть прочитать показания многих приборов, оценить ситуацию, принять решение. Но возможности человека в переработке информации не беспредельны. Как обеспечить эффективную работу оператора? На этот вопрос отвечает доктор психологических наук Валерий Федорович Венда, один из авторов проекта пульта. Мы находимся у пульта управления энергоблоком ТЭЦ-21 Мосэнерго. Эта система управления представляет собой как бы сгусток тех проблем, с которыми особенно часто сталкиваются инженерные психологи при организации труда на современных автоматизированных производствах. Задача заключается в том, чтобы все более и более усложняющуюся технику, в частности системы отображения информации, как можно точнее согласовать с возможностями человека по восприятию и переработке информации, облегчить максимально деятельность человека во всех режимах и во всех случаях его деятельности. В качестве примеров тех проблем, с которыми мы столкнулись при проектировании системы отображения информации энергоблока ТЭЦ-21, можно назвать выбор разного рода цифровых приборов, табло аварийной сигнализации. Но особенно много труда потребовала разработка принципов построения мнемосхемы всех агрегатов энергоблока. Сегодня важно спроектировать не только систему, выполняющую свое функциональное назначение. В каждом ее звене должен незримо присутствовать человек. Его анатомия, физиология, психика. И человеческий фактор становится резервом повышения производительности труда.